привет, ребят, выезжаю я прям вот с нашего ярда в рейс, который просто повторяет тот рейс, который я был со своим тренером, с инструктором, за некоторым исключением. Там вы можете видеть, стоит трак, второй отсюда, 257. Именно тот трак был тогда первый, и я за ним ехал. Это был как бы человек, который мне показывал, Стив, да, кто помнит. Так вот, рейс такой же самый, в то же место, прекрасно, что я знаю, куда ехать. То, что я еду сам, то понятно, да, но исключение еще, знаете, вспомнился мне сразу же этот Стив, который вполне хороший мужик был, как я и говорил, был, есть, слава богу. Но могло и не быть, кто помнит, да, я делал видео, когда что поехал, мой инструктор заболел, и поэтому я поехал сам. Так вот, я с ним созванивался и списывался уже несколько раз. И он заболел не коронавирусом, лучше бы, наверное, ему. У него инсульт. Инсульт отняло левую руку. Надеется, что все будет хорошо, но, конечно же, кто-то может сказать, что, ну, это окей, да, есть случаи разные, да, я с вами согласен. Но этот Стив, он, это дальнобойщик, всю жизнь дальнобойщик, и ему 49 лет. Ну, конечно же, в зависимости от того, сколько вам лет, вам может казаться много это или мало, но я думаю, это совсем немного для того, чтобы получить инсульт. Все-таки работа отчасти нервная. Почему так? Знаете, как многие люди, кто не сталкивается с этой работой, они думают, да, сидишь постоянно, смотришь в окно, многие люди могут подумать так. Да, отчасти, наверное, это так. Только нужно не забывать, что пока вы смотрите в окно, у вас ситуация за окном постоянно меняется, и каждую секунду вы должны быть во внимании. То есть мозг в теории не отдыхает, как нельзя залипнуть, как в офисе, да, куда-то в окно, и ничего не произойдет. Здесь ты подъезжаешь, уже смотришь, так, машинка подъезжает, а поедет он сейчас, попытается перед тобой или нет. Я должен остановился, и так же самое уже за следующим. Ты где-то видишь, где-то дети, где-то пешеходы, все, тебе постоянно во внимании. Кого-то нужно обогнать, либо тебя кто-то обгоняет. И все время постоянно, да, зеленый, включится ли сейчас красный. То есть вы не можете просто так взять и расслабиться за рулем. Конечно, когда вы выезжаете куда-нибудь на хайвей, где-нибудь в Дакотах, Норс или, короче, в Северной или в Южной Дакоте, да, там в теории можно и расслабиться, но... Не хочу это видео записывать, чтобы оно было каким-то плохим или что-то такое. Просто вам, да, констатирую факт, что человек в 49 лет, будучи постоянно дальнобойщиком, получил инсульт. Вернется он к работе или нет, он не знает сам. Это к тому, что наши планы не всегда зависят от нас, когда мы думаем, я сейчас немножечко поработаю, вот еще 5 лет, еще 10. И кто насколько гораздо, и причем как поработать. Многие люди, когда спрашивают, особенно за сколько же ты получаешь, то я говорю, ребят, надо еще не забывать, как ты живешь. Едем на бридж на USA. Потому что жизнь, она может прекратиться даже не из-за того, что вы в аварию попали, а вот могли бы, грубо говоря, не спасти человека, и все, и так есть, да, так в каждой профессии, я опять о том же. А мы здесь думаем, 6 недель поработаю, 6 месяцев кто-то может, или 3 месяца, да, и... Поэтому все-таки важен для меня огромная важность, это баланс. Баланс между вашей комфортной жизнью, вашей семьей и работой. Конечно, легко мне говорить сейчас, да, когда я трое суток работаю, четверо суток дома, и при этом 5 ночей дома, я понимаю, да, что далеко не у всех такой график. Но тем не менее. Все забываю еще передать привет людям, которые все мне писали, что я наколхозил. Вот с этим устройством, да, что поставил себе холодильник и микроволновку на сиденье. Неужели нет места в американце? Я пытался отвечать там в комментариях, но я знаю, многим людям это просто будет бесполезно. Мне нельзя здесь брать с собой пассажиров, я ни с кем не поеду. У меня здесь никого не будет, ни студента, ни инструктора. Это место для меня абсолютно бесполезно. Если там, я бы сказал, что я могу в шкафы чего-то наложить, но, будем честны, они пустые. Они пустые почти все, потому что у меня 2 лоточка еды, один с едой, один с салатиками.
И на этом, наверное, все. И там буквально... Я даже не помню, там что-то лежит, ну совсем, может футболка, может какие-то там штаны, даже не знаю. Ну то есть абсолютно нечему здесь лежать. Я уже не езжу по северу, где там минус 40 и где безлюдные места. Я не езжу даже на 2 дня, на 2 ночи из дому. Мне просто здесь ничего не нужно. И в моем конкретном случае это абсолютно бесполезное место. Я написал там, мыслите шире. Но я понимаю, что это далеко не все могут делать. Особенно это слово там, что за колхоз, нельзя придумать. Мне это место не нужно. Вы серьезно, вам если это нужно, второе сиденье, окей, вы можете его держать чистым, да, это сиденье. Кто вообще за люди, как такие люди добираются до Ютуба, я не знаю, это учителя, честно говоря, я не знаю. Учитель должен в школе преподавать. Мне кажется, я уже достаточно взрослый для того, чтобы определить, где мне удобнее, чтобы стояла микроволновка и холодильник. Но оказывается, некоторые знают за меня лучше, где мне лучше, чтобы стояла микроволновка и холодильник. Это жесть просто. Как-то в голове не укладывается. Я знаю, спасибо, ребят, всем тем, кто сейчас скажет, там, не обращай внимания. Я не обращаю, я просто пытаюсь понять и пытаюсь как раз провести эту дискуссию, как... Как и почему? Почему у меня в голове нет таких даже мыслей открыть видео, например, как кто-то сдает назад, да, и... Да ты не так сдаешь, там не так крути. Капец, ребят, мы, блин, сами как-то можем... Человек может, наверное, решить, где ему удобнее стоять, да, в чем ему ходить, что ему кушать, где ему спать, где работать. Это просто зашквар, это реально... Реально вспоминается тот анекдот, хотя он нифига не анекдот, да, когда открываешь англоязычный форум и пишешь, где купить груши. И тебе скажут, там в таком-то магазине видела скидку, а в том магазине есть там еще то-то-то. А там вот на рынке продают хорошие груши. Ой, недавно брал, там кто-то то-то угостил, а у меня во дворе растут, приходите срывайте. Что-нибудь такое. Пишешь то же самое на русском форуме, русскоязычном, да, давайте скажем так. И когда вы зададите вопрос, где можно купить хорошие груши, примерно ответы уже такие. Ну ты дебил, кто в наше время ест груши. А, ему груши надо, ты там, блин, застрелись, что-нибудь такое. Да, блин, возьми яблок, нафига тебе те груши. О, вот, посмотрите на него, ему груши. Понимаете, вот это наша ментальность, блин, просто, конечно. Ну я, собственно, на границе, да, мне дальше все равно снимать нельзя, поэтому... Поэтому я положу камеру. А мы с вами обязательно продолжим мой рейсик после того, как я пересеку границу. Я уже говорил, да, я ни разу не делал 3 трипа в неделю здесь за все время, что работаю. Мне говорят, что slow, нужно быть честным, я несколько раз спрашивал, а потом забил. Я просто отдыхаю по 3 дня. Они мне говорят, если что-то будет, мы тебе позвоним, да, на третий трип, но они мне не звонят, поэтому так, да, у меня 2 трипа в неделю. Такой график абсолютно покрывает все мои нужды. В смысле зарплату, да, за такой график. Но как бы хотя бы раз там в месяц или может через неделю я бы съездил, чтобы сделать какие-то экстра деньги. Учитывая, что у меня график, конечно, я даже не работаю уже 2 дня. Вот посмотрите, сегодня я выехал в час только по своему желанию, потому что я себе наметил остановку. Я планирую быть в 10 вечера на месте. У меня на 8 выгрузка, то есть понимаете, да, я вот сейчас дня выезжаю. Завтра в 8 у меня выгрузка, надеюсь, в 9 меня выгрузят. Я там уже был, повторюсь, да, и как бы 10, может быть, загружу другой прицеп. Это все рядом там. И, ну, не знаю, как карта ляжет, но в целом, в теории, я могу быть к 6, к 7 вечером дома на следующий день, окей, к 8. И получается, что это все равно, это даже не двое суток, да, это там сутки и 6 часов. Тем не менее, как бы можно с таким графиком было бы делать и третий рейс иногда и зарабатывать как бы дополнительную денежку. А еще насчет денежки вообще непонятно, что происходит, но мне скинули мои отпускные сегодня.
которые насобирали здесь, да, за эти полтора месяца, что я работаю. То ли меня увольнять собрались, то ли что, не знаю. Но сейчас я как раз встретил, выходил, у нас там ящик, где берешь документы, возле стола, где как бы рекрутер. Она меня увидела, привет, как дела, ну все, да, в таком роде, как small talk. Ничего мне не сказали, так что я не знаю, может у них просто процедура такая, что они скидывают отпускные как бы регулярно. Мы проедем такой красивый мостик, впереди черная Chevrolet Impala, это полицейская машина, у нее белые прозрачные мигалки везде натыканы, если присмотреться. Так что тут скорость особо превышать не нужно. Не больше надо, чем сам полицейский. Короче, да, подведя итоги, я не говорю, что я ухожу на эту фирму, потому что... Не потому, что я хочу потерпеть, нет, не думайте. У меня есть кое-какие планы, я недавно получил звоночек от человека. Просто капец. Я вам это расскажу в отдельном видео, наверное, вот прямо сейчас где-то буду ехать и запишу. Поэтому вариантов становится больше. Все это возможности дает локация, куда я переехал. Спасибо людям, что они вот так находятся, да, как-то заговаривают, разговаривают, но... Это стало бы невозможным, если бы я не принял решение когда-то, несколько месяцев назад, выйти из зоны комфорта и уехать из Виннипега, где у нас была налажена и работа, и друзья, и жилье я бы уже спокойно купил, поскольку оно там дешевле, чуть ли не в половину, чем здесь. Дурацкий дождь мне просто надоел, такое впечатление, что я в Ванкувере, блин, где-то живу, хотя небо светлое, капец. Но самое интересное, я прозевал свой экзит. Я вообще еду тут, где я не ездил, еще куда-то заехал. Обычно, когда люди, да, проезжают мимо своего экзита, они разворачиваются. Я думаю, я сделаю то же самое. Но до ближайшего разворота мне было 12 миль, то есть лишние 24 мили. Ну, смысл их какой накатывать? Хоть ней платят за мили, да. В смысле, которые реальные на спидометре. Не вижу смысла, поэтому я свернул куда-то, вроде бы, такое сокращение. Был ехать вот так этой дорогой 63-я, поехал по хайвею и вот теперь еду вниз небольшой треугольник. Но зато думаю, если здесь где-то будет возможность остановиться, остановлюсь и запишу вам глубинку. 35 миль ограничения, это значит, что должна быть красивая деревушка. Конечно, на любителя, да, американские деревни, мне нравятся. Это у нас город Лерой, я так понимаю, да, штат Нью-Йорк. Да, наверное, центральный перекресток. Потому что если мы с вами посмотрим вон туда, то видно, что улица похожа на центральную. Кафешки какие-то, Макдональдс. Даже, блин, в том селе Макдональдс, в этом есть. В любом случае, что-то новое можно увидеть сейчас. Ох, какие колесики у пикапа. На юг 19-я, направо. Так, вот это то, что нам надо. Выходит, что не удалось у меня повторить трип, который я ездил со Стивом. Ну и ничего страшного, для меня даже так еще лучше. Как вам, ребят, такая американская, даже не знаю, это деревушка. Прикольно, мне правда нравится. Тут уже фермеры живут. Патриоты живут американские. Американские патриоты живут в Америке, это да. Это я могу понять. Так, и вот он, момент истины. 35 миль. Скорость надо чуть-чуть сбросить. И сейчас мы будем поворачивать на вот эту самую 63-ю дорогу, которую я промазал тогда, да?
Времени у меня вагон и маленькая тележка, как я и говорил, я мог выехать рано утром вообще, ну в 10. Для меня это рано, я так просыпаюсь обычно. И, собственно, такой прицеп интересный. Что это такое? А это, наверное, ребят, машина, о которой я говорил. Сейчас я вам покажу. Смотрите, да, это даже этот же чувак. Это та же компания, тот же человек, с которым я разговаривал, о котором я вам рассказывал в начале видео. Остановился только что, налопался. Уже скоро будет темнеть. Показывать вам не стал, но я на холодильник еще ставлю кофеварочку сюда. И все у меня здесь прекрасно греется, варится. Не помню, я вам говорил или нет, что у меня в этой машине 4 дополнительных аккумулятора на... Это все мое оборудование, мне сказали машину не заводить. Я имею в виду в то время, как готовишь себе, да, если чайник или микроволновка, мне сказали не заводить машину, экономия. Честно говоря, насчет экономии, меня познакомили с парнем, который здесь работал. И он мне очень много интересного рассказал, но еще не время об этом говорить, да. Он здесь долго работал, он живет в Ниагара Фоллс уже 20 лет. Он сам из Болгарии, на русском он не говорит, что для меня хорошо, потому что меня познакомил мой друг из Болгарии. И я теперь с этим, с человеком, Стефана его зовут, я теперь с ним общаюсь часто, как по-дружески, по делу, на английском. Что, соответственно, знаете, там, час можно ехать, болтать по телефону и... Естественно, разговорный язык постоянно улучшается, когда ты часто разговариваешь. Так вот, не то, что, конечно, прям совсем ужасно, что он мне порассказывал, нужно быть честным. Как бы есть нюансы, и если я думал, почему так в некоторых моментах у меня происходит, после разговора мне становится абсолютно понятным, почему так происходит у меня в некоторых случаях. Что за загадки, да, блин, можно подумать. Не, ну это окей, не загадки, ребят, просто, наверное, анонс. Вот так американские, вот так работают американские грузовики. О, смотрите, как пошел, как стоящий. Это при моих 105 километрах в час. Я так когда-то на Volvo ездил, 120, и здорово. Так, что тут опять, блин, за ремонт? А, растеря закрыта. Окей. Я буду разгоняться чуть-чуть, у меня все-таки 45 тысяч фунтов груза. Кто-то там просил, говори в килограммах, да, а не в фунтах, ребят. Вы можете спокойно воспользоваться Гуглом. И он для вас переведет, поскольку я понятия не имею, сколько это 44 700 фунтов. Знаешь, что это там около 20 тонн. И все, мне документы дают, в этих написано, вот это LBS, да, вообще написано, где-то в фунтах. 1 килограмм это 2,2. Собственно, вот так. Осталось мне ехать 153 мили. Показывает навигация, приеду в 22:17. Планировал в 22. Эти 17 минут, что я говорил, примерно 20 минут, я разговаривал на границе, да. Вот эти как раз и есть 20 минут, которые немножечко я не попадаю в график. И то это вообще без проблем, потому что там я был. Я помню, где мне надо будет ночевать, я понимаю, где мне надо будет выгружаться. Все прекрасно. Надо ему помочь. Заезжай. Поморгал сразу, чтобы он быстро спрятался, потому что сзади еще машина с еще большего разгона идет. Естественно, как бы, чтобы он не препятствовал. Такая себе покатушка у нас получается. Ребята. Переночевал тут прямо на ярде, где это было в прошлый раз. Только что зарегистрировался, пошел. Дали мне дверь. Все, сейчас выгружаюсь. И буду думать, что делать дальше. Звонить на работу.